Thank you for coming, ladies and gentlemen. You are all about to witness the dawning of a new age. The power of a sun is now ours. Человек-паук. В форме, как всегда? Ладно, слушай сюда, модник. Сейчас мы освежим в памяти основы, чтобы убедиться, что ты не потерял навыки от звездной болезни. Без обид. Теперь проверим, как ты раскачиваешься на паутине. Видишь паутину в воздухе? К ней можно прицепиться и раскачаться. Просто навить проще простого. Теперь цепляйся за следующую. Классно получилось, правда? Думаешь, я говорю так прекрасно? Какой полет! Видишь эту стрелку над головой? На стрелку еще похоже. Да-да, стрелку. Да, вот эту, сверху. Так вот, она показывает, куда надо идти. Полез. Давай, раскачивайся. Ладно, Тарзан, пора спускаться. Щелкни правой кнопкой мыши, чтобы спрыгнуть. Давай. Пауки ведь ползают по стенам, да? Так давай ползать. Правая кнопка мыши, чтобы запрыгнуть на стену. Стрелки, чтобы ползти. Доберись до контрольной точки. Это такая штуковина странной формы, не проглядишь. И не волнуйся, я с тобой. Прекрасно. Теперь займемся подтягиванием к стенам. Наведи курсор на тот плакат и подтянись через дорогу к контрольной точке. Это совсем не сложно. Давай, удиви меня. Твоя мамочка может тобой гордиться. Теперь давай опробуем двойной прыжок. Дважды щелкни правой кнопкой мыши. Двойным прыжком допрыгни до следующей контрольной точки. Вперед! Подтянись к той контрольной точке в опасной зоне. Приключения ждут. Ну, в каком-то смысле. Не забывай о своем паучьем чутье. Это твоя собственная охранная система. Когда... Прыгай! Проще простого. Чтобы атаковать, подойди поближе и щелкни левой кнопкой мыши. Бабах! Так, а вот и гости. Давай, задай им жару. Это будет круто и весело. Если хочешь ударить ногой в прыжке, просто щелкни правой кнопкой вблизи от противника. Так можно познакомить его нос с твоим ботинком. Неплохо, неплохо, паучок. Ты уже умеешь раскачиваться, подтягиваться, ползти по стене и драться. Просто парень на все руки. Дальше по программе. Кое-что еще.
Так, пожалуй, лучше прийти на помощь. Ой-ой, надо поторопиться. Фургона. Интересно, какой у него двигатель? Вот мы и приехали, ребята. Городская тюрьма. На помощь! Слезоточивый газ в башне номер один! Высылайте подкрепление! У нас бунт! Я иду на помощь. Ну ты даешь, парень. Отлично, еще бандиты. Гнездо у них тут, что ли? Похоже, у нас проблемы.